По всему Приволжскому федеральному округу объявлен розыск. Убийца бабушек, который с марта прошлого года орудовал в Татарстане, объявился в соседних регионах. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов. Преступник заходил в подъезд очередной жертвы. Не так давно его видели в Уфе. Убийца выслеживает одиноких пенсионеров, которым за 75. По сведениям правоохранительных органов, в квартиры он проникает, представляясь работником ЖЭУ или социальных служб. Всего на счету мужчины 31 убийство, из них 8 в Татарстане. Полицейским удалось восстановить фоторобот предполагаемого преступника. За помощь в его поимке объявлено денежное вознаграждение. Преступление он совершал путем удушения, используя удавку. В качестве удавки, как правило, служили пояс от халата, бельевая веревка, шнур от утюга. Последние три преступления были совершены 25, 26 и 27 сентября 2012 года в городе Уфа, Республики Башкортостан. В настоящее время следствие располагает видеозаписью с изображением предполагаемого преступника, попавшего в объектив видеокамеры, расположенной в подъезде одной из жертв. Просим вас всех внимательно посмотреть видеозапись и фоторобот с целью установления личности указанного преступника и оказать содействие следствию.